Доброго времени суток. Сегодня поговорим о контрабандных сигаретах под названием Zumerit. Zumerit Blue, формат Super Slim. Но если вы помните, у меня есть обзор на канале на King Size версию данного бренда. Сегодня поговорим именно о Super Slim. Дизайн такой же абсолютно, как и у King Size формата. Да, здесь такое вот окошко с такими узорами, напоминающими мне многократное повторение розы ветров, я не знаю. А здесь у нас, собственно, вот изумруд. Ну, Zumerit — это изумруд, если переводить. Показатели здесь 4043. Не знаю, будет вам видно или нет. Вот здесь сбоку написано. То есть они легче, чем King Size. King Size где-то 6.05 вроде было. Значит, Adults Only. Здесь, кстати, вот такая вот перфорация. Не знаю, будет вам видно. Вот сюда обратите внимание. Я сейчас попробую как-то подыграть, поиграть с уклонами, со светом. Ну, там есть перфорация. Я не знаю, зачем она сделана, дырочки. Наверное, чтобы вздухи из пачки проветривались. Значит, 48. Не знаю, почему 48. Это арабские сигареты. Внутри выглядит следующим образом. Ну, как вы понимаете, закос под парламент идет. Снизу у нас... Номер партии выбит, но вы его не увидите, он едва заметен. И все, собственно, и сверху. Кстати, надписи Zumerit, а вот, вот здесь выбиты, и сзади, и сверху не выбито. Значит, сама сигарета выглядит следующим образом, красиво так. Белый фильтр Zumerit, и вот этот изумрудик, тут алмазик нарисован, синее такое колечко, и два кольца перфорации. Набиты сигареты очень плотно, вот это прям меня порадовало. Смотрите, она вообще не гнется, хотя это Super Slim. Казалось бы, ты должен ее в узел завязывать, но так и нет. Ну давайте закурим. Запах дыма табачный. Тяга поначалу очень тяжелая, но это беда для всех суперслимов, как вы знаете. Она где-то начнет нормально куриться вот здесь, наполовине. Поначалу как бы тяжеловато тянется. Дым не едкий, глаза слизистую не раздражает. Через нос очень мягко проходит. Если здесь и есть химия, то она очень... в небольшом количестве, скажем так, потому что через нос не жжет, ничего не першит, очень комфортно курится. Ну, 0,4 никотина, где-то 0,5 по ощущениям, в принципе, чувствуешь их, не совсем воздух куришь, но слабовато, конечно, для меня это слабоватая крепость. Вкус хороший. Вкус табачный такой, с небольшой водянистостью такой, знаете. И вот они похожи на King Size собрата своего, но, конечно, King Size крепче, и King Size Zumerit, он насыщеннее по вкусу. Ну, что, в принципе, и логично, да? Так и должно быть. Это все-таки слимка, какой-то тут насыщенности вкуса и не будет. Да, смолы 4 или даже 3. Такой жиденький дымок. Что я могу сказать? За свою цену стоят они у нас 55-60 рублей пачка таких сигарет. Вполне себе нормальная курева для формата Super Slim. Вот если вы любите слимочки, то вам пойдет. Я думаю, подойдут данные сигареты. Ну и, конечно, если вы курите... 0,4 миллиграмма вас устроит. Я имею в виду, если вы легкие сигареты как бы курите, то вполне себе нормальная альтернатива акцизным сигаретам того же формата, типа Winston, там, Super Slim, да, Kent там и прочее, прочее убожество. Ну, мне больше по ним сказать нечего. Они просто нормальные сигареты с нормальным табаком и за нормальную цену. Все, как бы тут больше разглагольствовать не на чем. У какой-то изюминки в данных сигаретах нет. Собственно, на этом, пожалуй, и все, господа. Ну и как бы при условии, что стоит он столько же, сколько... Ну, у нас он, по крайней мере, так, как King Size стоит, то я вам, конечно, посоветую
лучше King Size, все-таки крепче будет и понасыщеннее, и поинтереснее. Убийца парламента. Ну, эти как-то поскромнее все-таки выглядят на фоне своего старшего брата. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч.